Под неделимым товаром понимается товар весом более 35 килограммов, состоящий из одной единицы товара, в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде. При условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения. В общий вес неделимого товара также включается вес перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления или в которой товар представляется для розничной продажи. Соблюдение указанных условий отнесения товаров к неделимым товарам может подтверждаться на основании сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправителем товаров на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах и иных документах. В соответствии с произошедшими изменениями в таможенном законодательстве, уплата таможенных платежей осуществляется по единой ставке 30% от таможенной стоимости до не менее 4 евро за 1 килограмм.